Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 13 на странице 121. Прочитай. У апреля есть волшебный ключик, солнечный, веселый, теплый лучик. Повернет и почки открывает. Повернет и выпустит скворцов. Повернет и птицы начинают петь от счастья в сотни голосов. Красильников. Что за волшебный ключик есть у апреля? Волшебный ключик апреля – это теплый солнечный луч, который открывает любые дверки, и почки выпускает, и скворцов, и птицы от счастья начинают петь. Объясни написание выделенных букв и буквосочетаний. Есть мягкий знак для обозначения мягкости. Сочетание ЧН пишем без мягкого знака. Сочетание ЧК пишем без мягкого знака. Скворцов – бездарное гласное О. Проверочное слово – скворушка. Петь – мягкий знак для обозначения мягкости. Чаще мы пишем с буквы А в слове «счастье». Голосу – бездарное гласное О. Проверочное слово – голос. Спеши первое предложение. Первое предложение такое. У апреля есть волшебный ключик. Солнечный, веселый, теплый лучик. Пишем первую строчку с большой буквы У. Раздельно апреля. С мягким знаком волшебный ключик. Запятая. Вторая строка. Солнечный, веселый, теплый лучик. С большой буквы. Солнечный. Запятая. Веселый. Запятая. Теплый. Лучик. Точка. Составь свои предложения о весне. Давайте составим такое предложение. Ранней весной прилетели скворцы. Запишем это предложение с большой буквы ранней весной прилетели скворцы. С буквы «и». Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.